YouTube, так YouTube. Пошло. Подписчики. Короче, мы сегодня второй раз пользуемся ВМ-Пласта, свяжитесь со мной. Раскоксовываем второй... Вот так еще ты делаешь. Собственно, Nissan Куб, мотор 1.4. Один раз уже раскоксовали, где-то месяц-полтора назад. Масло убавилось вообще чуть-чуть. А, радио, извините. Первый раз раскоксовали. Результат заебись. Чуть-чуть совсем масочка вот так вот съела. Вот. Собственно, решили второй раз повторить, потому что работает. Собственно, мы, короче, все разобрали, свечи разобрали. Вот. Собственно, используем первый этап. Мы приобрели целый комплект. Комплект, где у нас, короче, вместе с вот этой штукой мы будем вот эту штуку делать. Подснял. Ага. Вот. И, собственно, и такая еще какая-то зубная паста. Вот. Для свежести дыхания. И все, поехали. Хуярим первый. Выставили цилиндры, соответственно, мотор сейчас горяченький. Уже не прям, чтоб сильно, но горяченький. Сейчас подожди. Закинули. Все оседает. Так, вставочка. Готово. Пошла запись. Все, мы завели где-то 3 этапа, по 5 минут ждали. Еще при этом мы крутим немножечко коленвал, чтобы оно там все распространилось. Теперь вытаскиваем остатки жидкости оттуда. Сука, да попади. Давай сейчас куда-нибудь, чтобы природа не сильно умерла. О, посмотри, вот. Гомно там вот это все. Все, в общем, таким образом высасываем всю хуйню. Опять ругался. Ну, где-то пол шприца там есть. Проверяем компрессор. Куда что? Руй, значит. Пошло. Это не сбивай майка, ну ладно. Сейчас мы все соберем. Все, туши пока. Собственно, вот такое начинается, блядь. На, Никит, сейчас я что-нибудь газовать теперь. Телится-то как. Бля, ебать, пиздец. Вот так, прикинь, жестко было. Блять, ну так, так и в прошлый раз, по-моему, было. Да, а фу, разве так часто можно это делать? Можно только каждый день. Ой, фу, не дыши, не уйди оттуда, дыши. Ну или снимаешь, не дыши. Ебанись. Так, сколько время, скажи? 55. То есть надо где-то этого 15 минут завалять. Поменьше стало, кстати. Ну, собственно, минут сколько? Сколько время сейчас? Ну вот 4-5 минут он поработал, уже дыма всего лишь столько. То есть в первый раз дымило прям очень жестко. Минут 15-20. Сейчас у нас залита вольера, уже раскоксовка, которая внутрь двигателя заливается. Сейчас еще поработает 15 минут и будем масло менять.